Роберт там уже, да, не передовой. Роберт с рюкзаком прям такой. Ты это не жадничай там. Чевенок, девчины. Не сознаюсь. С Андро будешь бороться. Братух, давай, что это? Поборемся. Ну, если меня достойный соперник вызывает на бой, как я могу ему в этом отказать? Нет, Сандро не прокатит потолкаться. Видишь, Сандро готовится. Все. Все понеслась. Вообще понеслась жестко вообще. Все, есть! Забрал. Нормально, все. Два воина сошлись. Великих воина. Роберт, давай, Роберт. Роберт, я еду, что? Ну все. Роберт, давай. Она же загадала не победить, а побороться. Все, стоп. Все, молодцы. Ура! Слава роду! Слава богам нашим! Слава нашим воинам! Слава роду! Ура! Ну все, давай вино, которое ты поймал. Масло надо набирать. Только духовное масло набирать. Так, ну что, девчины, кто заказывал битву? Я. Вот. Ну все вообще. Ну представься, девчина. Лариса я. Родолуневых. А отчество-то как ваше, Лариса? Павловна. Отчество все сказала Лариса Павловна. Павловна, совпадений не бывает, надевай вино. Ему как с дощечкой? Да, прям вообще. Мозиком прозеваем. Мы подумаем. Все, Лариса. Я тебя тоже думаю. Стесняюсь. Лариса, ты как всегда оригинальна. Мне бы лететь бы.